Всем привет на канале Лудачман. Сегодня мы с вами вновь затронем тему Украины, украинских беженцев и украинских политиков. В одном из последних видео я высказался достаточно негативно и открыто э, в отношении вот этих вот правителей Украины, приведя в пример высказывание бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что он унижал открыто, прилюдно э, через телеэфир федерального канцлера, обозвав его обиженной ливерной сорделькой, и также унижал бундеспрезидента, обвинив его в, друж... в старой дружбе с месье Путиным. И все это сошло господину Мельнику с рук, с одной стороны, но с другой стороны оказывается не все так просто, потому что в другом государстве этого господина Мельника объявили бы персоны Нонграта и выдворили бы в течение 24 часов за пределы страны. Но здесь, так как с одной стороны, Германия помогает Украине, поддерживает ее в борьбе против Путина. Хотя многие политики знают, что украинские солдаты и офицеры зигуют друг к другу, выбрасывая руку в приветствии Адольфа Гитлера и на своей бронетехнике рисуют фашистскую свастику, многие политики это знают, но стараются это укрывать от простого населения, которое тоже, по счастью, не слепое, и оно тоже это знает. Вот такая вот игра в кошки-мышки, да? И местные политики пошли на другой вариант. Они усиленно предложили господину Зеленскому убрать товарища Мельника, с поста посла в Германии. Он, конечно, обиделся, его отправили в Латинскую Америку послом, но и оттуда время от времени он пытается высказываться негативно в отношении немецких политиков. Допустим, одного из политиков от партии СПД господина Мюнцериха он открыто назвал тупым идиотом и сволочью. Только за то, что этот политик сказал, что если Германия направит ракеты Таурус в Украине, то развяжется глобальная война на всем материке. То есть господину Мельнику можно обзывать немецких политиков, и ему за это ничего не бывает. И далее, когда господин Зеленский Возмущался против приезда этих немецких политиков, против приезда этих немецких политиков. Потом он понял, что если он будет рыпаться вот так вот против всех, то на его не просьба, а именно требования дать нам танков, дать нам ракет, дать нам самолетов просто перестанут здесь реагировать. Вот вам пример. Я уже как-то затрагивал эту тему в одном из видео выпусков, но эти видеовыпуски как-то прошли стороной мимо ваших ушей, поэтому я сегодня повторяюсь опять. В конце прошлого года немецкая сторона отправила Украине в помощь, украинской армии в помощь. Вдумайтесь, вы просто, я буду говорить, а вы только вдумываетесь в эти числа, в эти цифры. 100 тысяч фугасов для украинской армии в конце прошлого года. 100 тысяч фугасов. Это 500 полных фур, то есть в каждой фуре по 2000 фугасов в конце прошлого года. Общей стоимостью на 38 миллионов долларов. Огромные деньги. Как только все эти фуры пересекли польско-украинскую границу в городе Львове, в течение суток эти фуры бесследно пропали. Хатабыч, ты что там сделал, а? Верни все обратно. Когда господину Зеленскому немецкие политики выставили счет и потребовали отчета о том, где эти фугасы, господин Зеленский вначале вообще не смог ничего вразумительного ответить на эти требования. Он просто сидел со своими кабинетными вот этими министрами и не знал, куда деваться, потому что все его требования, дайте нам танки, дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, дайте нам подводные лодки, дайте нам то, дайте нам все. Они бы давали, они бы давали, если бы украинская сторона, украинские военные не воровали эту технику. Вот, пожалуйста, еще один пример когда украинской стороне наконец-то дали танки «Леопарды», российская сторона, российское командование открыто заявило о том, что за каждый трофейный танк в боевом состоянии российское командование готово заплатить 1 миллион рублей. Из первых десяти танков пропало три. Просто так, раз и нету. Раз и нету, еще пять танков были приведены в нерабочее состояние. То есть эти танки разбомбили, разгрохали, вывели из э, боевого состояния. Остался один танк. Над ним они сейчас трясутся, но требуют, чтобы дали еще танков. Когда американцы прислали 80 БТРов Брэдли. Российское командование сказало, за каждый такой БТР мы готовы платить 500 тысяч долларов. Мне продолжать, куда делась половина этих БТРов? Война вот эта вот, которая сейчас там ведется, она настолько коррумпирована, она настолько хапужная вот эта вот война. Простите, по-моему, я сказал про танк «Леопард» миллион рублей. Они сказали миллион долларов миллион долларов. Хотя этот танк, действительно боевая единица, стоит намного дороже. Но факт остается фактом. Боевая техника, которую отправляет НАТО и страны Запада э, э, украинской стороне, в, для того, чтобы Украина вела борьбу против России, куда-то пропадает загадочным способом. Самое последнее, что было вот из событий минувших дней, скажем так, это телефонный звонок между будущим президентом США Дональдом Трампом и нынешним военным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я не буду приводить здесь высказывания журналистов, которые эм, Высказывали, выкладывали свои мнения на обозрение, мол, о чем разговаривали вот Зеленский и Дональд Трамп по телефону, который в разговоре, который длился около одного часа. Но скажу вкратце следующее. Зеленский сейчас готов переступить через свои амбиции и пойти на переговоры с российской стороной. Ему, конечно, хочется, чтобы российская сторона оставила Крым, ушла полностью из Украины. Ему хочется, чтобы Украину приняли, наконец-то приняли в НАТО, наконец-то приняли в ЕС. Европарламент кормит только обещаниями. Это у них хорошо получается, у этих бюрократов. Там сидят не лохушки, не лохи, там сидят хорошие бюрократы, демократы, которые могут обещать сколько угодно, но по факту не сделать ничего. То, что Украине выставила тогда Урсула фон дер Ляйен, вот эту вот кандидатскую программу, состоящую из семи пунктов, которые необходимо выполнить для того, чтобы начать процесс вхождения в состав ЕС, Украинская сторона уже через 8 месяцев сказала, мы выполнили все 7 пунктов, давайте принимайте нас быстро в ЕС. Урсула фон дер Лейен, со своей стороны, сказала, мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы Украину приняли в ЕС по укороченным срокам, по укороченной программе. Сразу же на Урсулу фон дер Лейен посыпались шишки со всех сосен и дубов, которые находятся вокруг нее. И восседающие на вот этих высоких постах сказали ей, ты, ты что, ты в своем уме? Если Украина сейчас войдет в ЕС, это будет самая коррумпированная страна Европы. Открыто об этом заявили и начали говорить по телевизору во всех теленовостях что не только само правительство Украины, но и президент Зеленский настолько погрязли в коррупции, что дальше некуда. Зеленский до сих пор не понимает, почему их не приняли в ЕС. А европарламенту страна, которая воюет с действительно индустриально развитым мощным врагом, в составе ЕС нафиг не нужна. По факту получается, что потом должны будут в эту страну вливаться инвестиции, должны будут отправляться уже официально... Э, огромное количество вооружений и техники для того, чтобы эта страна вела бесконечную войну. В пользу кого? В защиту чьих интересов? Я в одном из последних видео вам показывал вот эту фотографию, где на борту украинской БМП нарисована свастика. И когда Зеленскому сказали, что Владимир Александрович, а как вы объясните то, что ваши украинские солдаты и военные офицеры рисуют нацистскую свастику на бортах? Господин Зеленский начал сначала, ну он же артист, он в этих делах более профессиональный, чем политики, он начал отнекиваться тем, что это знак бесконечности из буддизма, что это дань памяти тем людям, которые воевали против нацизма и против коммунизма, что это мог больше не повториться. В то же самое время сам ходил в куртке, на которой была нанесена эмблема дивизии СС Мертвая голова. И сейчас господин Зеленский требует, именно требует, не просит военной помощи, а требует. Когда вы нам дадите то, когда вы нам дадите это? Нам нужно это, это и это. Да нахрена же вам, елки-палки, извините за выражение, все это нужно. Вот эта вот контора Райн Металл, она не успевает производить боевую технику, которую вы убиваете в считанные дни. Буквально недавно стало известно о том, что целый эшелон бронетехники, поступивший через Польшу в Украину, был разнесен русскими ракетами. Это же все секретно, не так ли, нет? Это же все секретно. Тогда откуда узнали русские офицеры, русское командование о том, что на Украину идет эшелон бронетехники? Значит, им кто-то об этом доложил? Вам не кажется вот это вот как-то странным? Значит, им кто-то доложил о том, что идет целый эшелон бронетехники на территорию Украины. По идее, это секретная информация. По идее, это секретная информация. Повторяюсь, мне кто-то сказал, а что ты говоришь по два раза? А чтоб такие, как ты, если с первого раза не услышали, услышали со второго раза. Я вам сейчас, если найду, покажу вот маленькую вставочку с техникой, которая в прошлом году была отправлена Украине. От той техники не осталось ни черта. Абсолютно ничего. Все уничтожено. Украинская армия уже на пределах возможностей и физических, и тактических, и, скажем так, военно-промышленных. Вот эти вот ТЦКшники, они бегают по улицам, отлавливают людей и отправляют их насильно на фронт. За каждого отловленного человека украинское командование платит 8 тысяч гривен вот этим вот комиссарам, которые ловят людей на улицах. Они уже настолько обнаглели, что уже открывают огонь. Предупреждающие выстрелы, чтобы люди боялись и тихо, мирно шли в эти машинки, шли на фронт, шли воевать. Люди не хотят воевать. Люди не хотят воевать. Если в этой стране еще есть те, кто лелеет какие-то идеалы нацизма или фашизма, то им нужно, наверное, ехать в Канаду. Ведь в Канаде очень много бывших уна-унсо, вот этих вот патриотов и так далее, бандеровцев. Их там очень много. Правда, они доживают свой век, ходят с палочками по улицам. Так, валите туда. В Германии, здесь, в Германии, нацистам и неонационалистам вот этим вот украинским места нет. Я вам уже показывал фотографию одного из командиров батальона Азов, гордо носящего на себе футболку с высказыванием Гитлера на английском языке. Там, где мы, другим нет места. Это слова принадлежат Гитлеру. Он их, эти слова, говорил. Здесь очень много, особенно в первые месяцы войны, очень много было семей азовцев, жен и детей. А потом этих самих азовцев сюда привозили на реабилитации. Но их закрывали в военных госпиталях. Почему? Да потому что у них все руки, все спины истыканы свастикой нацистскими, вот этим э, Райкс Адлером, вот этим вот орлом нацистским, фашистским. У них все руки, все спины утыканы. Врачи сами приходили в шок от того, что Ефа мать, вы каких нацистов нам привезли. Это на полном серьезе. Это на полном серьезе. Я, э, извините, я не хочу никакую межнациональную рознь разжигать. Но неужели 80 лет назад всем миром уничтожали фашизм для того, чтобы он сейчас опять начал возрождаться в лице вот этих якобы демократичных э, украинских военных, с гордостью носящих на себе футболки, с высказами? вермахта или фашистов или самого Гитлера или наносящих себе наколки в виде свастики или вот этого фашистского орла. Неужели для этого все делалось 80 лет назад? Как-то я одному украинцу, который встретился мне здесь по работе, сказал ну, по теме войны и так далее почему же ваши вот эти вот молодые бегают по улицам и выбрасывают руку в фашистском приветствии. Да такого не может быть, да что ты врешь тебе, ты, ты тут живешь фиг знает сколько лет, ты, тебе какую-то чушь рассказали и ты в это поверил. Я говорю, хорошо, давай, далеко не будем ходить. Подходим к компьютеру, я запускаю Google, задаю в поиске неонацисты на Украине и вылетает миллион фотографий. Что-то около миллиона фотографий. Я показываю, посмотри, вот это вот. Вот это что? Ой, так это же дети, они не понимают, что делать. Говорю, ты посмотри, это дети, я говорю, это с бородами это дети. 20-30-летние это дети. Я говорю, ты кому рассказываешь сказки? Я говорю, а потом вы, говорю, здесь бегаете и кричите, что вас русские фашисты убивают? Я говорю, блин, и с той стороны фашисты есть, и с этой стороны есть фашисты. Но просто с той стороны этих фашистов, неонацистов, все еще держат как-то в государственных рамках, не давая им вякать, крякать во всеуслышание. А говорю, а у вас в вашей Украине нацизм поставлен на государственную основу. Вы законно Имеете полное право Сдиговать друг другу Вспомни говорю ваш вот этот Торчинов Который выходил на трибуну В Верховной Раде Задирал руку в приветствии Хальгитлер И орал слава Украине И вся, вся Верховная Рада Ему ответствовала Героям слава Тоже выбрасывая руку В фашистском приветствии Он говорит а где этот Торчинов Его уже больше нет Серьезно говорю его нет Сбежал падла Сбежал падла Специально для тех, кто первый раз не услышал. Эта война скоро закончится. Поверьте, эта война скоро закончится и не в пользу Украины. Вот как бы это э, не жестоко звучало, но придет к власти Трамп и эта война закончится, потому что он уже сейчас сказал месье Зеленскому по телефону, что как только он войдет в Белый дом все, что он может сделать в качестве помощи Украине, это экономическое развитие, но не военная поддержка. Он дал ясно понять Зеленскому, что все, Володя, хватит, у меня танков больше нет, мне самому надо. Вот что он ему сказал. А как оно будет развиваться потом дальше? Евросообщество обещает Украине, Деньги на восстановление страны, на восстановление инфраструктуры. По первым грубым подсчетам, это выльется сумма э, свыше 500 миллиардов евро. Это примерно 560 миллиардов долларов. Ну, почти 600 миллиардов долларов. Свыше 500 миллиардов евро. Это чтобы вы поняли, какая это сумма. Если мы возьмем с 2003 года, когда была вот эта вот катастрофа на Филиппинах, цунами снесло вот несколько островов, и люди восстанавливали всем миром, с тех пор до 2023 года, сирийской войной, афганской войной, вот это вот все деньги, все суммы, собранные за вот эти вот, скажем так, 20 лет, даже не покрывают вот это вот количество денег, которые обещает Европарламент дать Украине на восстановление страны. Откуда брать эти деньги? Рисовать, как Папандополы из Одессы? то да бери себе все, я себе еще нарисую. Тоже нет, это будет гиперинфляция, это будет сумасшедший скачок инфляции. Где брать эти деньги? Кому отправлять эти деньги? Если военная помощь, которую отправляют в Украине, куда-то тут же пропадает. Куда-то пропадает или ее нафиг сносят ракетами, уничтожают в пух и прах, или большая часть этой помощи, просто-напросто пересекая границу Польши и Украины, в течение суток исчезает в никуда, растворяется в воздухе, как вот эти вот 100 тысяч фугасов. До сих пор господин Зеленский не может ответить. Куда же делось 100 тысяч фугасов? Это сумасшедшее количество. Не будем говорить о деньгах. Это сумасшедшее количество снарядов. Если эти снаряды попадут в правильные руки, где-то в какой-то стране будет еще одна война. А может быть они таким образом снаряжают свои приватные армии, чтобы потом воевать как партизаны дальше? Вопросов много, ответов мало. Ну а что же вы хотели? Мы дискутируем, мы заводим дискуссии по теме политики, по теме коррупции, по теме того, что происходит у нас сегодня днем вокруг нас. Ищем вместе ответы. Кто-то высказывает свои мнения, кто-то высказывает свои точки зрения, кто-то отправляется сразу в бан, потому что и ему не нравится голая правда, которая колет глаза. Кто-то думает, нет, 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 я лучше ни в чего здесь писать не буду, потому что у нас такое государство, что за мой комментарий меня тут же нафиг отправят за решетку. Есть такие, есть такие. И таких людей очень много. Ну а всем остальным, даже тем, кто боится, желаю удачи, здоровья. Не болейте, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, подумать о том, что происходит вокруг нас, подумать о своем будущем. И всем удачи. Пока.